Всем привет! Пришла очередная посылочка из Китая с сайта AliExpress. Здесь у нас должно быть два детских костюмчика. По-моему, один на 4-6 месяцев, другой на 7-9. Ну, сейчас мы вскроем их и посмотрим. Так. Сейчас я их найду сразу у себя в заказиках. И так, ладно, все, начнем. Давайте сейчас как-нибудь нащупаем потихонечку, чтобы не повредить. Так, смотрим. Первый, это второй. Все, здесь у нас пусто. Смотрите, вот в таких вот пакетиках. Ну давайте начнем с одного, потом начнем со второго. Ножик нам больше пока не пригодится. Да, один 4-6 месяцев, другой 7-9. А вот этот на 7-9 месяцев. Вот здесь, смотрите, бабочка такая. Так. Ой, что-то посыпалось с него. Это шарики, чтобы не воняло. Но оно, в принципе, и не воняет. В общем, смотрите, вот такой вот костюмчик. Здесь такие вот шортики. Не знаю, видно вам или нет. Вот. Здесь куча каких-то волос. Ну, это может быть не волосня, а... Я специально брал я на таких вот кнопочках. Что они... Офигеть, как они туго открываются. О, ничего себе. Нифига себе. Ну-ка. Как же они так тяжко открываются. Вот попробуй вот так вот вытащи ребенка. О, ничего себе. Ну-ка, застегивается. А застегивается, кстати, легко. Но они, может, разработаются еще. Да, офигеть. Ну, это жесть, как вот так вот не подумали. Да. Вот это фокус. Не, ну, кстати, их поначалу вот первое тяжело, а потом вот они легко идут. Смотрите, вот так вот берем. Вот. И они. Ну, тут, по сути, все, наверное... Ух ты, что-то посыпалось. Откуда-то. Вот отсюда вот. Какая-то... Ёк-макарёк. Так, это у нас получается вот так вот было. Да, вот одна пластмасска отклеилась, смотрите. Вот здесь вот. Фигово. Куда-то она улетела, вот она. Она не отклеилась, она, наверное, отломалась. Здесь вот. Тут она приклеена. Ну ладно, это мы как-нибудь приделаем. Вот здесь вот. Косичела. Так, ну, короче, сюда засовываем детенка. Вот. И да, единственное, вот, конечно, напрягает то, что так вот туго открывается. Ладно, здесь мы больше не будем, не получается. Очень такие тугие кнопки. Знал бы я, конечно, такие не заказывал. Но застегиваются на самом деле очень легко. Вот. Нажимаешь буквально на него одним пальцем, и все защелкивается. Так. Так. И вот так. Ну, вот такой вот костюмчик. Здесь вот еще одни места, вот они, под бабочку. Так, как
так вставляется. Очень тяжелые такие кнопочки. Так, и еще одна. Вот как-то так получается. Это все под воротничок. И вот такой вот костюмчик. Ну, его надо постирать будет. Вот такая фишечка. С кнопкой мы разберемся потом. Ладно, с этим все понятно. Смотрите, сколько мусора на ней. Здесь вот китайца. Какая-то фишечка, буклетик. Так, ладно, с этим понятно. Убираем его сюда. Пока вот так вот. Так, и давайте посмотрим второй. Тоже второй с такими же кнопками. Но на, по-моему, меньший размер. Да, 4-6 месяцев. Здесь бабочка уже приделана, то есть здесь никаких косячелов нету. Но вот сейчас, наверное, вот этот вот костюмчик должен быть в пору. Но, может быть, немножечко великоват. Вот, да, наверное, все-таки немножечко великоват. Но это ладно. Давайте попробуем здесь отстегнуть. Здесь, кстати, легче отстегивается. Смотрите, там вообще жесть была. Здесь, вот, смотрите, прям легко. Вот, буквально одним пальцем держишь вот здесь вот, а вторыми вот так вот оттягиваешь. Ну, вот сюда его засовываем. Вот, и застегиваем. Ну, застегивать не так, естественно, на ребенке, а просто берем вот так. Хоп, и двумя пальцами раз, и застегиваем. Это я здесь просто... Мне так удобнее. Кнопочки вроде все рабочие. Здесь все прошито. Материал очень такой приятный. Запаха нет. Материал приятный. Такая, как, знаете, я не знаю, хлопок, что ли. Вот. Прям такой вот мягенький очень на ощупь. Приятный. Вот здесь вот эта вот краска. Это просто покрашенные ромбики. Вот. Ну и так... Вот такой вот симпатичный костюмчик. Вот. А, давайте теперь я вас сориентирую по деньгам. Что, где, почем. А, значит, вот этот костюмчик стоил $6. Ой, нет. $6 это... А, да, $6. $6.09. И второй то же самое. Да, они по $6.09 стоили. На рубли, если перевести это... Сейчас посмотрим. Я, по-моему, платил даже в рублях. А может быть и нет. Сейчас посмотрим. Так, платеж. Да, я платил в долларах. В общем, $12.18 стали оба костюмчика. Заказывали 1 декабря. Сегодня у нас 26. Но они пришли, эти костюмчики, не 26. 26 я сегодня только получил. Они пришли, по-моему, где-то числа 22, где-то вот так вот, 23. Вот. То есть, в принципе, где-то, ну, 20-22 дня максимум они шли. Вот. То есть, в принципе, доставочка относительно быстрая, и, в принципе, брали мы его, скажем так, в подарок крестнику моему, вот, и, в принципе, довольны, как раз пришли к Новому году, вот. Ну что ж, по доставочке, по деньгам я вас сориентировал. Товар, кстати, отслеживался вплоть до того, как пришел на почту, вот, это очень здорово. В магазинчике данного продавца есть куча таких вот костюмчиков. Я выбрал именно вот такие. Есть еще с галстуками, там, знаете, такие погоны здесь вот, типа морские. Здесь такие карманчики такие нарисованы. Вот. Но очень много. Вы можете зайти по ссылочке под видео и посмотреть. Костюмчиков очень много. Вот. И, в принципе, при желании заказать. Вот. Цена, в принципе... Недорогая, но что здесь получается 350-400 рублей.
за один костюм. Это, в принципе, недорого, недорого. Зато приятный на ощупь, не вонючий. И вот на таких вот кнопочках, что очень важно, что очень важно. Ну что ж, на этом видео я заканчиваю. Если видео понравилось, ставим лайки. Не забываем подписываться на канал. Ссылочку на продавца оставлю под видео. Всем пока!